Ну, всегда, когда удаляют игроков соперника, да, команд, то игроки в какой-то мере расслабляются, в каких-то эпизодах не дорабатывают, и выходит, что игра в какой-то мере ломается. Ну, сегодня где-то, наверное, такие же моменты произошли, когда имели, скажем так, подавляющее преимущество и в численности, и, скажем так, может быть, владение мячом, но эффективности это никакой не принесло. Хорошо, что в концовке смогли переломить, забить два мяча. Но в целом, как бы, игрой мы, конечно, недовольны. Второй тайм все же выиграли. Что вы в перерыве подсказывали? На что делали упор? Ну, отступать было некуда. Нужно было больше действовать агрессивно в атаке, больше наносить ударов, больше наполнять штрафную площадку, потому что в первом тайме, за исключением там, одного-двух ударов, больше никаких угроз не было. А так матч не выиграешь. Много футболистов сегодня приняли участие, которые интегрированы в тренировочный процесс основной команды, в тренировочный процесс Казанки. Сложно вот так из разных команд, что ли, получить игроков и к общему знаменателю подвести? Ну, практически мы как сборная выступаем. Конечно, здесь сложности определенные есть, но с этим это уже наш тренерский штаб, я думаю, справляется. Тут момент в другом, в том, что ребята, конечно, которые меньше играют и за Казанку, и за основной состав, они, мы уже говорили на эту тему, что выходят из этого игрового ритма, и когда им нужно играть полный матч, у них многое не получается, хотя по желанию, ну, вопросов как бы нет, претензий. Пятая строчка в турнирной таблице. Контролируем? Ну, вся борьба еще впереди. Сейчас предстоит сложный отрезок. Практически со всеми командами будем играть из верхней части турнирной таблицы. Ну и, конечно, радует то, что все же сила воли у нас есть. Мы можем переломить ход игры, но работы еще есть, над чем достаточно много.